Чиновники, депутаты, властимущие, запомните одну простую истину на будущее. Вообще нельзя воровать у народа, потому что если воруешь у народа, то ты воруешь у себя, у своих детей, у своего будущего, у будущего твоих детей. Если народ в экономически бедственном положении, то происходит отток в другие страны в поисках лучших возможностей работы, а на место твоей земли, за которую предки всю свою историю отдавали свою жизнь, осваивают другие пришлые, мигранты. Так и происходит, по сути, оккупация. Если ты не создаешь условий для своих земляков, для народа, то и будущего у тебя нету. Твое будущее будет в бедноте, в нищете. Ты сам не свой будешь на своей земле. Поэтому сила ваша и потенциал в народе –